Всем привет, дорогие друзья, вы на канале Белый Ёжик, с вами Дмитрий Йонхов и Комарекот, продолжаю выбираться из комы. Но то мисс Сонг мне помешает, то сама игра не хочет меня отсюда выпускать, как в прошлый раз. Как и обещал, я добрался до третьего Б, где меня задержала игрушка, и отсюда я уже продолжил свой путь в западное крыло, до кафетерии осталось совсем чуть-чуть. Вот единственное, что меня беспокоит, что оценку по алгебре я изменял в компьютере, копаясь председателя. Вот мне кажется, это как-то повлияет на исход всего моего пути. Но что ж поделать, как повел, так и повел. Что заслужил, то и заслужил. Но есть же сохранялочки, поэтому если концовочка будет не очень, что пишут? Найти его, убить его, найти, убить. А тень уже немного бесится. Теряет контроль над собой тень. Третий. Где, черт побери, моя сохранялочка? А ты не умирай, Йонхо, и все будет хорошо. Ничего полезного. Похоже, это единственное, что уцелело. Вот беда. Выключи фонарь. Ни Сонг не дремлет. Вроде бы нет никого. Найти, убить. Убить, найти. Сейва моя, любая тень и призрак ответит мне. Кафетерий. Можно, конечно, наверх подняться. Но давай загляну в кафетерий. Выйду и подымусь, если что. Почему нет? Работает? Все работает. Единственное спокойное пока еще место. Монетка. Бинт. Рюкзак полон. Я соль. Это наглая дрянь. Почему она здесь? Но борец ли она из того мерзкого союза, что разрушил мой предыдущий план? Это из-за нее тут тот мальчишка. Она не должна здесь быть. Тень. Найдена записка. Любопытно. Чтобы покинуть кому, человеку нужно вернуться туда, откуда он или она пришел. Реликвия привязывает себя к этой точке выхода. Как в сердцевине урагана, в этом месте сила комы слабее всего. Здесь можно убежать. Покуда у меня есть целая реликвия, я легко смогу вернуться домой. Борец с духами. Слушай, а записок-то пропущено много. Чё-то я боюсь, наверное, пропустил. Надо было все-таки отправиться наверх. На всех телевизорах идет этот странный ролик. А вот и сохранялочка. Слушай, наверное, я сохранюсь где-нибудь здесь. И отправлюсь, посмотрю, что же там все-таки наверху. Не выходит. Что-то блокирует путь. В общем, получается, назад пути нет. Что сделал Йонхо, то и сделали. Что ж. Еще неизвестно антидот. Кстати, антидот последняя полезная штука, но у нас их два. И знаешь что, я бы на твоем месте тебе купил вот эту вот штучку. Отлично. Чтобы мы с тобой бегали просто без остановки. Так, спокойно, откуда ты здесь взялась? Так, назад пути нет. Ну что ж, нам нужно на второй этаж. Не выходит. А здесь выходит.
Да, во что же превратились все эти туалеты? Кто занял все эти места? Что за щупальца? Я даже не знаю, стоит ли сейчас что-то искать, какие-то записки, осматривать. Наверное, это уже не будет иметь никакого смысла. Просто ищем выход. Просто ищем выход. Ниже опуститься нельзя. Не видно низги. Не видно. На 4-й этаж, Йонхо. Осторожней, а то отцарапает. Дверь заперта. Топорик мисс Сонг. Но мне кажется, у нее этих топориков... Вот эти стрелки, мне кажется, только в заблуждение вводят, а не помогают. Нет, выключи фонарь. Придется пройти нам через 4-й этаж. Только через кабинеты, наверное, спокойнее. Даже... А, нет, вот. Бинт. Но рюкзак уже полон. Хотел сказать, даже ничего полезного нет. Но бинт попался. Падай, не виси. Ну, сохраним, конечно. Мы же так долго сюда забирались. Записка. У каждой реликвии есть физическая и духовная форма. Реликвия, которая принесли в кому, обычно повторяет свою материальную форму. В то же время, будучи здесь, можно якобы физически держать реликвию. Но это будет лишь ее духовная оболочка. Иногда могущественные реликвии даруют своим владельцам силу. Разумеется, у самой силы нет воли. Так что владелец может использовать ее по своему усмотрению. Так, здесь можно спрятаться. В коридорах я свет не буду включать. Ты что? Еще одна записка. Слушай, я на твоем бы месте отошел бы подальше немножко, а потом бы прочитал. Старая записка «Выход из комы». Если реликвия утратит свою целостность, к примеру, сломается, ее сильное притяжение к коме не позволит вернуться в реальный мир. Этого можно избежать только с целой реликвией. Ее владельца нельзя вырвать из комы звуками из реального мира или даже физическими контактом. В наихудшем случае он может полностью потерять связь с внешним миром. Вот с Тайхуном, наверное, что-то такое произошло. Все думают, что это самоубийство, а оказывается, это он просто, наверное, где-то там в коме застрял. Ну что, на 3-й этаж? Черт, она просто держит меня в напряжении, эта игра, и не отпускает, а? Если что... Если что... Зайдем сюда. Здесь и будем прятаться. Еще одна записка. Вот, поперла. У каждой реликвии есть свое притяжение. Она связывает обладателя реликвии с комой. Как человека притягивает к земле гравитация, так его и притягивает коме весом. Его или ее реликвии. Не обладая полной властью над реликвией, которая тебя перенесла... Выжить в коме будет трудней. Такое притяжение нужно будет сломить. Где мисс Сонг?
чем она занята. Тень же писала: найти, убить, найти, убить. Она не ищет. Так, проход, еще один проход. Ничего полезного. Бинт, но... Ой-ой-ой-ой-ой, Йонха, ты видел, что ты наделал? Ну давай отправимся сюда. Как так? Как так? Это нечестно, это нечестно. И где это я? Это... Слушай. Это я снова на третьем этаже оттуда, откуда и начал. Возле кафетерия. Ну это совсем нечестно. Выключи свет. Выключи. То есть... зайти, наверное, в этот первый, так называемый, портал было просто ошибкой. Надо было заходить во второй. Кто ж знал. Сейчас зайду во второй, если дойду. Йонхо ты, Йонхо. Ну, давайте, высовывайте свои зеленые языки. Так стоило бы, конечно, посмотреть, что там дальше. Падай, падай. Свет. Ну, чего ждешь? Так, а здесь, ну да, сохранялочки нет. И где я? И я непонятно где. Вообще где-то между мирами. Так, ну отсюда я пришел. Где я? На всех телевизорах идет этот странный ролик. Найдена записка. Я нашла старую флейту, что подтверждает ту старую сказку. Погибшая владелица этой реликвии стала самым сильным духом комы школы Сейвы, тенью. Теперь она крайне опасна и не подчиняется мне. При помощи флейты я смогла ее поймать и заточить, но ненадолго, увы, она вернулась. Можно ли как-то ее уничтожить? Ой-ой-ой-ой, снова эти два прохода. Снова два прохода. Пожалуйста, прошу, пожалуйста, не паникуй! Йонхо, возьми себя в руки! Возьми себя в руки! Видишь, тоже кто-то хотел сбежать. И теперь лежит. Перепутанный весь щупальцами и с ножом в плече. Ну что, в первую или во вторую? Пойдем в первую. И мы снова с тобой где-то в туалете. Но уже на втором этаже, мы уже прям близко, я чувствую свой первый Е. Так, если что, мы здесь с тобой будем прятаться, здесь закрыто, в общем, работает только средняя кабинка. Нет, откуда ты здесь взялась? Как так? Ты не ходишь по туалетам, мисс Сонг. Что за нечестное изменение? Изменение правил. Чипсы. Ничего себе. Вот это поворот. А может быть мне туда и надо? Может мне туда и надо?
Шаги, она ходит там. Если вслушаться, то их слышно. И что мне теперь делать? Сохранялочка далеко. Я хочу жить. Назад. Назад. Беги. Назад. На второй этаж. Сидеть. Сидеть, молчать. Так. Надеюсь, все это успокоится. Не знаю. Уже не знаю. Но умирать нельзя. Точно нельзя умирать, Йонхо. Нельзя. Но она здесь и останется, так получается, да? Вот черт. Слушай, может это никогда не прекратится, а? У меня уже и выносливость закончится. Вот она и закончилась. Слушай, ну выбора нет. Выбора нет. Мне нужно что-нибудь делать. Мне нужно что-нибудь делать. Черт побери. Я погиб. Я очень-очень-очень далеко. Записка. Ну, попробую пробежать как-нибудь побыстрее, если это все получится. По-моему, следующий класс. Ну давай, раздевай свою пасть. Так, в первую не заходим, во вторую захожу. Так, я даже вот не знаю, как лучше. Ну, давай так же. Давай так же. Давай так же. Свет выключить. Просто сразу на первый этаж. И в какой-нибудь класс. Желательно. Нет, только не отравись. Было бы еще хорошо найти сохранялочку, было бы замечательно. Что пишут? Даже с этими новообретенными силами я всегда хотел, чтобы в школе был мир, но это не остановило Мёнгеля от распускания кулаков. У него еще хватило наглости сказать «не выкабенивайся».
Какие слова. Больше я не позволю этому ублюдку так со мной разговаривать. Скоро моя девочка поставит этого сукиного сына на колени любой ценой. Я отметили его рожу, пока не выбью из него все дерьмо. Всех устал крут со своей флейтой. Так, где сохранялочка? Так, шагов не слышу. Взяли, отравили меня. Нет. Блин, что ты опять сам не вляпался? Ну, где же сохранялочка? И здесь нет. Будем искать. Может, здесь? Тоже нет. А что-нибудь, что-нибудь из полезного? Так, ну что ж. Тогда мы сейчас с тобой... А, постой, слушай, это я брожу в одном и том же классе, что ли, получается? Вот это вот... Подглючило меня так подглючило. И... Постой, я сюда не захожу. Я захожу вот сюда. Спрятаться срочно. Вылечить отравление. Человек может попасть из живого мира в кому во время сна. Это может произойти из-за его или ее душевного состояния, либо из-за серьезного искривления в пространстве. Как правило, таких людей легко вытащить назад, и они быстро все забывают. Тем не менее, в некоторых особых случаях субъекты могут здесь застрять. Когда это происходит, их тела в реальном мире погружаются в коматозное состояние. Увезут нас с тобой, Йонхо, отсюда на носилочках. Падай, падай, штучка. Вот здесь должна быть сохранялка. Мы в крайнем классе, да. Не дает нам жизни мисс Сонг. Не дает. Ну и, конечно же, какой-то проход, который ведет неизвестно куда. Я же здесь был. Или не был. Или был. Назад. О, нет. Все очень запутано, Йонхо. Что-то пошло не так. А ну-ка давай вот сюда зайдем. Где мы с тобой окажемся? Еще лучше. Мы с тобой на четвертом этаже. Нет, Йонхо, нам с тобой не выбраться точно отсюда. Ни за что. Слушай, знаешь что? Есть же сохранялочка, а? Может быть, ну просто это все начнется заново. Правильно же? Давай немножко обманем это все. Вот. Так уже лучше. Иду на второй этаж. И вот сюда я захожу, и, наверное... Как-то мне нужно
пройти здесь незамеченным. Выпью этот энергетик. Ага, конечно. Главное добраться до того шкафчика. Наверх? Что лежит? Монетка. Куда мне тратить эти монетки? Все, выходи. Выходи. Запрыгивай. Так, где это мы, непонятно, но понятно, что мы с тобой при смерти. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ничего себе, как здесь все плохо. Это что еще за класс? Это рядом уже с моим классом. Монетка. Записка. Реликвии имеют мощную связь с комой. Обладая реликвией, можно легко попасть в кому и свободно по ней перемещаться. Если реликвия, подобно моей, связана с трагичной историей этого места, тогда ее эффект становится еще сильнее. Все, заканчиваем с реликвией. Я хочу назад. Я хочу в первый Е. Отпустите меня. Как закрыто? Я же рядом. Так, тихо. Йонхо. Йонхо. Неужели мы в первом Е-классе? Божечки ты мои. Сколько мы сюда шли. Чирикают птички. Никакой тени. Но мы сейчас, по-моему, если ничего делать не будем, то мы с тобой умрем. От отравления. 5 утра. Но все еще темно. За окном ездят машины, никаких щупалец, на доске пусто, здесь больше нет ничьих имен. Телевизор выключился, и тот странный ролик больше не играет. Жуткие корни и черная масса исчезли. Слушай, так может мне выйти? Может мне выйти закрыто? А здесь... Все кончено? Прошу, скажите мне, что кошмар закончился. Знаешь, Йонхо, я бы тебе сказал, если бы не была бы такая тревожная музыка. Чё-то мне не нравится все это, и мне кажется, что-то мы с тобой пропустили, что-то не сделали. И как бы нам не пришлось вернуться в кому и делать все как положено. Конечно. Нет. Все только начинается. Эй, что случилось? Почему здесь скорая? У какого-то парня из первого Е прямо в классе случился припадок. О, у него это эпилепсия была? Не знаю, его зовут Йонхо, но по крайней мере мне так его одноклассники сказали. Йонхо? Впервые слышу. Неудивительно, бьюсь о заклад, что он один из тех задротов, которые часами тусуются в интернет-кафе после игры Spacecraft. Тогда понятно, такие вечно избегают людей. Мне его даже жаль. Очередной несчастный случай. Эта школа с ума сошла. Мёнкель? Блин, еще один что ли загнулся? Вау. Это что? Йонхозник? Лучше молись, чтобы этим делом не занялась полиция, Мёнкель. Эй, а чего вы на меня-то уставились, придурки?
Я его, может быть, и шпынял, но уж припадок-то я никак вызвать не мог. Энгель, довольна. Ни твой наглый язык, ни твои выходки тебе не помогут. Как такое могло произойти? У Йонха никогда не было подобных проблем. Клянусь, на этот раз я тут ни при чем. Я поеду в больницу после школы. Хочу его повидать. Серьезно? Я слышал, что там легко подхватить всякие болячки и умереть. Детка, не стоит. Хватит называть меня деткой. Лучше я заболею, чем услышу от тебя еще хоть одно слово. Мисс Сонг, подождите, подождите, я с вами. Я так полюбила этого мальчугана. Просто не могу его бросить. Мэм, пожалуйста, оставьте здесь. Его родители уже оповестили. Они скоро приедут в больницу. Но я его учительница. Тогда займитесь другими учениками, пожалуйста. Мы о нем позаботимся. Ладно, поехали. Йонхо. Йонхо. А Сеха говорит, с ним все будет в порядке, мисс Сонг. Я уверен. Надеюсь, Сехо. Надеюсь. «Еще чуть-чуть, и он бы вырвался», — говорит Ясоль. «И теперь реликвия в руках тени. Она слишком сильна. У школы Сейвы большие проблемы. Йонхо нужно вытащить его, иначе он останется в коме навечно». «Бедный Йонхо, бедный Йонхо. Что же с ним случилось?» Что вообще здесь происходит? У него был мой кулон. Надо бы позвонить бабушке. Да, похоже, все наши действия, которые мы сделали в коме, они имели неприятные последствия. И я вот думаю, почему-то мне не следовало бежать и исправлять свою оценку через компьютер председателя. Это было, наверное, сделано неправильно. И Йонхо придется поднять с кровати и отправить снова в эту кому, чтобы он, наконец, завершил все по-хорошему. Жалко же, парни. Придется вернуться. Ну что ж, спасибо, что смотрели меня. Это плохой и печальный конец. Так что пока-пока и до встречи в коме. Пока.